Всем привет! Я Татьяна Калмыкова, организатор чемпионата по наращиванию ресниц и оформлению бровей в городе Черкассы. Чемпионат состоится уже через 3 месяца, и у тебя есть прекрасная возможность стать лучшим среди лучших. Что это дает мастеру? В первую очередь, это саморазвитие и это повышение квалификации. Почему? Каждый мастер, выполняя работу, получает оценочный лист уже от 4 судей, которые выставляют свои баллы и пишут свои комментарии. И вы сразу после чемпионата будете знать, над чем работать. Это огромный плюс для тех мастеров, которые решили преподавать. Ведь тот мастер, который участвовал в чемпионате и победил, имеет намного больше знаний, и намного знаний эти ценнее, чем мастер, который просто работал с клиентами. Чемпионат – это крутые эмоции, особенно когда твое имя называют со сцены, и ты – победитель. Чемпионат – это крутая бьюти-тусовка, где ты имеешь возможность пообщаться с каждым мастером и каждым судьей. И пока ты все еще думаешь, твои конкуренты уже зарегистрировались. Поэтому не стоит думать, регистрируйся прямо сейчас, не обязательно на наш чемпионат, а на любой, и будь лучшим.